Сегодня пойдет речь в этом видео о необычном случае на Копи. Многие в это не верят, многие не встречались с этим явлением, а некоторые встречались. Речь пойдет о привидениях. Сегодня я с вами поделюсь одной историей, которая произошла со мной. Это видео было снято несколько лет назад, и оно есть у меня на канале. На пути нашего движения нам встретилась одинокая брошенная церковь, и мы решили остановиться и посмотреть на само строение, что осталось внутри, и, естественно, запечатлеть все на видеокамеру. Вроде все как обычно. Обычная церковь. Таких церквей полно в любом регионе. Пройдя вокруг церкви, поснимая на видеокамеру, я зашел вовнутрь. Внутри, конечно же, света не хватало, фонаря с собой не было. Но все же камера могла приснимать, улавливала обстановку, которая находится в самой церкви. Поснимав в церкви, мы сели в машину и удалились уже на место своих раскопок. А вот когда я смонтировал видео и выложил его на канал, вот тогда начались чудеса. Один из подписчиков случайно, по всей видимости, на этом у меня все. У кого были подобные истории, пишите в комментариях. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. И до новых встреч. Пока-пока.